Легендарный игрок возвращается на футбольное поле. 13-кратный чемпион Молдавии, обладатель кубка, участник групповых этапов Лиги Европы. Снова в большой игре. Речь о нападающем Бенджамине Балеме. Бутсы на гвоздь повесил в ноябре 19-го. Вне игры почти год, и вот буркиниец снова в деле. Из большого футбола переходит в мини-версию, из национального дивизиона в Ама-лигу. Дебют скоро. Вот он, любимец публики, футбольный кумир. Бенджамин Балема в представлении не нуждается. Звезда на расхват. Он и тренер в «Шерифе», и футболист команды «Интернестерком». Хочу представить вам нашего нового игрока. Зовут его Бенджамин Балема, я думаю, все его знаете. Думаю, что он поможет нам, внесет свой опыт в нашу команду, свой профессионализм, добавит в наш коллектив. Думаю, что... Мне, например, приятно будет с тобой поработать. Это твоя футболочка. Давай, фото. Новая форма и новая команда. Африканский приднестровец уже в расположении IDC. Да, наш буркиниец продолжит карьеру в Ама-лиге. Мини-футбол для него в новинку. Это первый раз, когда я буду играть в мини-футбол. Это первый раз, когда я буду даже тренироваться. Меня хорошо приняли, я очень рад и надеюсь, что все пойдет хорошо. Балема в Тирасполе 16 лет, русский язык изучает и сегодня, но интервью только на французском. Исключение делает редко. Нашему каналу в этом случае круто повезло. И это надо... В игре надо завоевать. Соскучились по игре легендарного легионера? Смотрите Ама-лигу. В футболке IDC Балема сможет выйти только в ноябре, в играх плей-офф. А пока матчи группового этапа. Ближайшую игру «Интернестерком» проведет завтра против «Гребенника». Встреча состоится на Лайнс-арене. На этом поединке будет присутствовать и сам Балема. А наш канал покажет игру в пятницу. Начало в 21:30.